Приветствую вас на канале Профи. Сегодня покажу, как же удалить системное приложение на HyperOS на примере смартфона Poco X6 Pro. Данный способ подходит и для MIUI. Для чего вообще удалять системное приложение? Все потому, что производитель изначально устанавливает ненужный софт, если вкратце, чтобы получать дополнительный доход. Ими мало кто пользуется, и к тому же он занимает часть основной и оперативной памяти. В видео будет список приложений, которые можно удалять, и каким способом это можно сделать. Начинаем. Для начала распаковываю архив с приложением ADB App Control на свой ПК. Желательно, чтобы папка с приложением располагалась в корне диска C, и запускаю его. Ссылка на архив с приложением будет в описании. При первом запуске встречает вот такая инструкция, где программе нужно открыть доступ к смартфону. Для этого на смартфоне я активирую режим разработчика. Захожу в настройки, о телефоне, и несколько раз нужно потапать по версии ОС. У меня этот пункт уже активирован. Выхожу. Далее расширенные настройки и тапаю по пункту для разработчиков. Нахожу строчку отладка по USB и активирую. Ставлю галочку, что я согласен с рисками. Жду несколько секунд и жму кнопку ОК. Также активирую установку через USB. Выхожу. Подключаю смартфон к компьютеру. Появляется еще одно окно, где предлагает установить приложение на смартфон. Подтверждаю. Также на смартфоне появляется окно, в котором нужно нажать на кнопку «Установить». Это необходимо, чтобы в приложении на ПК в списке приложений отображались иконки и названия приложений. Жму еще раз «Да» и кнопку «Я понял». Перед тем, как начать, я покажу вам список приложений, которые можно удалить. Тут все расписано, за что отвечает это приложение и какие последствия. Также есть и ссылка на видео с демонстрацией. Просьба автору этого списка поставить плюс в репутацию. Все ресурсы я взял из форума FOPDA, за что им выражаю благодарность. Итак, перехожу к приложению. В правом нижнем углу жму «Поиск и отключение нежелательных приложений». Это мастер отключения, где уже предлагается списки приложений, которые можно отключить. Бесплатный – это базовый. Минимальный набор у меня – это 12 приложений, так как некоторые я отключал. Можете с ними ознакомиться. Также есть другие, которые доступны по платной подписке на приложение. Специально для вас я ее приобрел. Выбираю «Безопасный». Либо же можно воспользоваться отдельным списком, который я вам ранее показывал, и отмечать их вручную, а не через мастер отключения. В безопасном приложении их уже 41. Но в этом списке присутствуют приложения, которыми я пользуюсь, поэтому снимаю с них галочки. Далее в правом нижнем углу из выпадающего списка выбираю «Удалить», а не «Отключить», так как отключить их программа отказалась. Жму «Удалить», подтверждаю, и в следующем окне предлагает сделать их резервную копию. Соглашаюсь. Это на тот случай, если я захочу восстановить это приложение. И жду окончания этого процесса. Данный способ по удалению приложений не требует разблокировки загрузчика или наличия root-прав. Но нужно быть внимательным, для начала ознакомиться со списком приложений, которые можно удалить, иначе можно получить так называемый кирпич вместо смартфона. Я никого ни к чему не призываю, я просто демонстрирую работу программы. По окончанию процесса появляется вот такое уведомление. Жму ОК. Со списком удаленных приложений можно ознакомиться в соответствующей вкладке. Если их отметить, то снизу появится кнопка «Восстановить», и программа установит их на подключенный смартфон. Все, удаление приложений завершено. Можно проверить через смартфон, что этих приложений действительно нет. Отлично! Вот таким способом я увеличил основную и оперативную память смартфона, а также увеличил его автономность. Если будет интересно ознакомиться с полным функционалом этого приложения, обязательно пишите в комментариях. Также есть способ удаления приложения без использования ПК. Все ссылки будут в описании. Если видео было интересным и полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи, прямых рук и до новых видео. Пока!